Сейчас проведу эксперимент. Значит, у меня двигатель, вот он, советский, 120 ватт. Вот смотрите, вот она бирка. 120 ватт. 120 ватт, 3000 оборотов он. Запускается с помощью конденсаторов. Запускаю я 220 вольт на звезде. На звезду для запуска надо 13 микрофарад. Я взял просто 5 микрофарад. 5 микрофарад, там рабочие конденсаторы. Вот, то есть вот у меня выключатель, вот включаем его. 5 микрофарад, вот ничего тут нету, смотрите. Сейчас будем запускать. Включаем, одел камень, вот на 5 микрофарадах, сейчас запустим. 120 ватт, нужно для запуска 13 микрофарад. А я запущу на 5 рабочих. Для работы нужно 5 микрофарад. Вот сейчас включаем. Пошел. На 5 микрофарадах запустился, она на 13. Это рабочий конденсатор. Произошел, вот смотрите. Выключаю. Просто происходит плавный пуск. Не рвет подшипники, не подшипниковый узел, двигатель не разрывает на части. Просто включаем на рабочих конденсаторах. Включаем конденсаторы, слышите, гудит? Все. Надо мощности побольше. Добавляем конденсаторы. Все, может работать на конденсаторах, будет работать мощнее. Но будет немножко греться. А вот так будет работать режим S1, может, часами можно работать. Ну, естественно, не под большой нагрузкой, чтобы не останавливался диск. Греться ничего не будет. Соединение звезда. Вот наждак готов, можно собирать. Спасибо за внимание.